Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать об особенностях образования в Италии. Италия – одна из самых популярных стран для получения образования. Здесь находится старейший в мире Болонский университет. Италия подарила миру гениальных поэтов, художников, философов, дизайнеров и архитекторов. Высшее образование в Италии соответствует болонским стандартам. 3 года, чтобы стать бакалавром, 2 года занимает учеба в магистратуре, не менее 3 лет надо учиться, чтобы окончить докторантуру. Образование в Италии подразделяется на узкоспециальное и научное. Если выбрать первый вариант для поступления в докторантуру, придется учиться еще и расширять список дисциплин. Для поступления в итальянские вузы необходимо иметь за спиной не меньше 12 лет обучения. Поэтому жители стран постсоветского пространства не смогут поступить сразу после школы. Нужно проучиться еще хотя бы 1 год. Рассмотрим популярные вузы. Первый – Миланский технический университет, государственный вуз, крупнейший технический университет в стране. Университет постоянно участвует в различных международных проектах, сотрудничает с владельцами крупных компаний, использует для обучения новейшие технологии, принимает вуз по результатам тестирования. Обучение ведется на итальянском и на английском языках. В университете также пристально следят за отношением к учебе. Стоимость от 3300 евро в год. Второй – университет Пизанский, один из старейших вузов мира. Университет владеет уникальной библиотекой и ботаническим садом, которому больше 5 веков. В этом государственном вузе можно обучаться медицине, юриспруденции, экономике, иностранным языкам, философии и другим наукам. Преподают на итальянском языке. Стоимость обучения от 2300 евро в год. Следующий вуз – университет Генуи. Престижный вуз расположен в прекрасном старинном городе. Многие аудитории университета расположены в исторических зданиях. Это государственный вуз, в котором есть факультеты педагогики, физики, архитектуры, политических и социальных наук. Преподают в университете на итальянском языке. Для студентов из других стран есть бесплатный языковой центр. Лучшие студенты университета могут рассчитывать на выгодные предложения по работе. Стоимость обучения от 2000 евро в год. Следующий вуз – Европейский вуз дизайна. Это частный вуз в Милане, один из самых известных учебных заведений в мире, предлагающих образование в сфере моды, дизайна, визуального искусства. В институте можно обучаться на английском или итальянском языках. Стоимость обучения от 17 тысяч евро в год. Институт Марангони – частный вуз в Милане, который послужил отправной точкой для успешной карьеры многих всемирно известных дизайнеров и модельеров. Стоимость обучения от 23 тысяч евро в год. Новая Миланская академия изящных искусств – частный вуз, в котором преподавание ведется на итальянском и английском языках. Здесь можно получить диплом бакалавра или магистра в сфере дизайна. Стоимость от 14 тысяч евро в год. Процедура поступления. Как правило, вступительная кампания в государственных вузах Италии проходит с марта по июнь, в частных – осенью. Необходимые документы – подписанная заявка, действующий загранпаспорт среднего образования с переводом на итальянский язык, диплом об окончании вуза, данные из отчетной книжки, документ, подтверждающий достаточный уровень знания итальянского языка или английского языка, 2 фотографии, медицинская страховка, подтверждение брони жилья, а также подтверждение финансовой состоятельности. Друзья, если вам интересна данная тема и вы рассматриваете возможность обучения в Италии, обращайтесь к нашим специалистам. Контакты мы оставим под этим видео. Спасибо за внимание.